Я сейчас тебе всю правду расскажу. Самые лучшие повара – это мужчины. Самый Шварценеггер из них. Ждем, когда осьминог соблаговолит закончить. Зверь такой, знаете, дикий, почти как мамонт. Хотел убежать из кастрюли. О, бомба, пушка-пулемет. Их не слушай. И рыбы едят, и жабы едят. По-деревенски картошечка в Макдональдс. Я записывал все. Пока нагревается водичка, пойдемте покажу, какой закат. Сегодня вечером будем готовить осьминога по-галисийски. Сейчас у нас, не знаю, часа два, наверное, дня. Сейчас его надо разморозить, вот, положить. Размораживаться. Если его не поймал, купил в магазинчик. Вот он, размороженный осьминог. Кладем, размораживаться. Все, пускай. Осьминог. Готовим осьминога по-галисийски. Значит, осьминог у нас из супермаркета, поэтому он чистый. Ну, там все-таки есть какие-то правила. Если бы он был такой, свежепойманный или где-нибудь непонятно где, знаете, купленный на рынке, его могли, конечно, еще и мучить, этого осьминога. Тут у нас осьминог, видите, получается пятиног. То есть раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Значит, мы его сейчас промоем чуть-чуть от, знаете, от ледышек. Грязи нету, я просто как бы его, знаете, чуть-чуть. Потому что вот такие вот ледышки. Вчера был в Лора-парке, на Тенерифе, кстати, советую посетить Лора-парк. Там куски мороженого снега, такие шарики, касаток кормят, там это, шоу-касаток. Вот они очень любят, открывают ротик, им туда этот... Дядька, который ими командует, бросает эту, то есть не салаку, а мороженку такую. Просто салаковый рыбный такой шарик. Так, сейчас мы будем осьминога пугать. Для того, чтобы его запугать окончательно, надо, чтобы вскипела вода. Пока она кипит, будем чистить картошку. У нас осьминог по-галисийски, это значит... с картошкой. Один раз я уже готовил с бататом, так как это все-таки родственники, батат и картошка. Батата, батата. Значит, мы приготовим по-галисийски и получается, так как это катана, по-катански. Чистим. Так же, как батат чистится, так же, как картошка. Такой вот он. Немножко оранжевый. Удобно, такие здоровые, большие бататины. Взял ее, почистил. Обычной чиселкой. Одно удовольствие. Человеку, который забрал такую чиселку, дали Нобелевскую премию, знаете? Потом порежу это на кусочки. Так, кладем. Почему по-галисийски? Или почему этот способ... Есть много способов приготовления осьминогов. Но вот почему мне нравится с картошкой по-галисийски. Кстати, я и так тоже умею чистить картошку. По-галисийски это, я говорю, с картошкой. Или вот с бататом. Это я придумал. Значит, вроде бы два... далеко расположенных друг от друга по природной бинарной ветке. То есть осьминог это вообще-то, знаете, разумное существо. Картошка это вообще растение из другого царства. Царство растений, а это совершенно другое. Сидит на месте, никуда не ходит картошка. А осьминог перемещается, общается, строит домики. Кто мог подумать, где вообще они могут встретиться? Они могут встретиться вот в этом блюде. То есть осьминог по-галисийски. Или картошка по-галисийски. Тоже. Они, получается так, что готовятся примерно то же самое время, одинаковое время. Вот чем это интересно. И
Так как из осьминога вытекает много вкусного сока, осьминоговый сок, осьминоговый сок, значит, картошка его впитывает с большим удовольствием. И вот картошка, она такая вот беленькая, ну, батат, ладно, он такой, видите, оранжевый. Вот картошка, когда впитывает этот сок осьминоговый, а осьминоговый сок, он красный, она приобретает, знаете, такой, получается, свой дополнительный цветовой шарм. Так, картошка, все, батат, все, ну почти все, закипела вода. Значит, как пугают осьминога? Осьминога берут, засовывают в миску. Так, четырехнога, пятинога. Запугивание осьминога. Внимание, осьминог не пуганный. Все. Запугивание осьминога началось. Так. Это мы его напугали. Сейчас он немножечко нагреется. Чуть-чуть. Потому что он был все-таки холодный. Верхние слои и чуть-чуть глубинные слои прогреются. Так, осьминога берем, достаем. Так. Хорошо. Щупальца. Так, ждем, чтобы водичка закипела. Немножко солью, мне кажется, что многовато. Так. Ждем, пока вода закипит. Пугать надо. Есть две школы. Четыре раза. И есть фанатики. Восемь раз. Когда давным-давно я жил в одном поселке, на берегу моря. Поселок называется Круче. Чем смешно, в километре над ним, повыше, в горы, был поселок, который называется Круто. Круто и Круче. Вот я жил в поселке, который Круче назывался. Жил примерно в домике, наверное, метра 4 или 5 от воды. Часто ловил осьминогов и их по-разному готовил. Был пока еще неопытный такой, знаете, кулинар в плане осьминогов. И спрашивал местных. О, это было что-то. Собирался консилиум. Пожилые такие, крупного размера бабули, знаете, там геброшка, там вперед такие усатые, настоящие, знаете, вот в черных одеждах, да. Вот. Такие деды, такие высокие. Я в Черногории это дело было. Значит, черногорцы, они очень такие высокие дядьки. Вот, такие здоровые дядьки. И они, значит, меня окружали, деды окружали и начинали мне... Я записывал все. И один, например, там, или одна постоит, послушает рецепт и отодвигает всех вот так вот лихо. Их не слушает. Там, кстати, народ такой вот однозначный. То есть их рецепт вообще не катит. Я сейчас тебе всю правду расскажу. На этих рецептах в итоге там набралось приличное количество, но основные битвы, то есть люди садились на кони, разбегались, вот бились, ломали копья друг от друга. Сколько раз надо пугать осьминогов? Осьминога, как бы, если 13 раз. Быстро опускаешь, поднимаешь. Нагревается вода, не нагревается вода. Ну, в общем, разные. Показываю такой вот способ, как сам готовлю, потому что получается... Зачем пугать? Для того, чтобы он стал мягкий. Это же не просто так. Зачем нам пугать осьминога? Чтобы он был мягенький, чтобы, так как это самый жилистый из головоногих, головоногие это у нас каракатица, осьминог и кальмар. Каракатица мягенькая, у нее маленькие щупальцы, она не такая вот мышцатая. Кальмар, он такой тоже помягче, единственное, что у нее длинное вот это веретено, оно такое, знаете, бывает очень плотное. А осьминог, конечно, такой, самый Шварценеггер из них, он такой жилистый. Греки, например, чтобы не пугать осьминога,
Его когда поймают, начинают об асфальт кидать. И там тоже есть две школы. 40 раз кинуть или 16 раз кинуть. Кстати, об асфальт, что из дури. Чтобы он как-то после смерти расслабился, что ли. Ну, не знаю. Я считаю, что не нужно, конечно, издеваться над осьминогом после того, как его поймали и убили. Так, начинает водичка кипеть. Вот, осьминога высок. Сейчас осьминога взял рукой, он такой холодненький еще. То есть слегка напугали. Сейчас немножко подогреется. Осьминог. Запугивание продолжается. Второй раз. Так, ты там где? Одноног пропал. Так. Поросячьи хвостики. Опять ждем, пока вода закипит, а он немножко подостыл. Так. Крышкой, конечно, вода лучше кипит. Третий раз. Вода уже, осьминог уже прогретый. Ну, такие хвостики у него. Сразу лучше не резать щупальца. То есть его щупальца потом нужно будет отрезать. Но сразу не режьте, потому что, знаете, в этих темных водах искать одноного тяжеловато. Поэтому он должен быть одним куском. Удобней, технологичней. Пока нагревается водичка, пойдемте покажу, какой закат на Тенерифе. Иди сюда повыше. Вода, получается, четвертый раз закипела, четвертый раз запугиваем осьминога. Желательно, конечно, две вилки, чтобы рядом лежали, потому что одну цепляем, второй помогаем, если что. Так, сок. Вот сейчас, например, нужна вилка. Оп. Погружаем. Если куда-то отходить, то, конечно, лучше крышки накрывать. Если рядом стоите, можно крышечку накрыть, чтобы быстрее закипало. Ну, теперь разделяем, то есть, чтобы был, то есть, по одной щупальце. Это хорошо делать ножницами. Когда он был непуганный, его, конечно, резать ужасно. Очень тяжело режется. А когда происходит умное слово коагуляция белка, знаете, как вот яичница, ну, или яйца в воду кидаешь, разбиваешь, например, как яйца пашот, и сворачивается. Ну вот, все, шикарно. Вот, смотрите. То есть вот хочу отрезать. Кусочек. А был бы такой, как обычно, осьминоговый, сопливый, мне сложно было бы отрезать ножничками. Так, переходим к следующей стадии. Сейчас было запугивание осьминога, а сейчас будет приготовление. То есть мы его будем 40 минут варить. То есть поставим на маленький огонь. Ну вот у нас нарисован большой, огонь маленький. И берем этого пятинога, да? Загружаем. Сорок минут. Засекаем. Время пошло. Вот так. Чтобы чуть-чуть. Пока варится осьминог, это
не в смысле 40 минут, но в это время можно сходить, чем-то заняться, но в частности, не очень много времени можно потратить на то, чтобы порезать картошку. Значит, мы ее помоем. Батат тоже помоем. Режем на большие куски. Осьминога вы видели, какое количество. Картошки можно взять столько же, сколько осьминога, или чуть поменьше. Потому что, в принципе, это как такая, как добавка. Разрезаем вдоль. И разрезаем вот такие большие куски. Так. Я бы даже вот этот бы оставил, потому что он будет хорошо смотреться, знаете. А эти половинки, так. То есть такие, знаете, деревенские куски. То есть не то, что там по-деревенски картошечка в Макдональдсе, а вот именно такие крупные куски. Так. Ух, нужно что-то побольше. Секира. Такой звук. Ух, не хочет батат. Резаться, а? Так. Такой, знаете, как такая, как крупная морковь. Хруст такой стоит. Все. 40 минут, конечно, я не уложился. Тут помощник нужен. Картошку порезать. Даже не знаю, что теперь делать. Просто ждать. Вообще, это, конечно, рецепт для ленивых. Это самый простой, самый вкусный и самый секретный ингредиентный способ приготовления осьминога, потому что он получается очень мягким. Пока у меня варится осьминог 40 минут, все-таки есть на что потратить это время. Сейчас приготовлю соус для этого блюда. Такой простенький соус. Вот смотрите. 3 зубчика чеснока, ну вот такого размера. На самой мелкой терке. Надо, чтобы кусочков не было. Решил убежать замороженный осьминог. Угу. 4-жды напуганный осьминог. Хотел убежать из кастрюли. Осьминога готовлю я, потому что это мужская работа. Готовить осьминога. Зверь такой, знаете, дикий, почти как мамонт. Мужчины, не стесняйтесь, если что, присоединяйтесь. И, как говорят, самые лучшие повара — это мужчины. Есть такое поверье. Мужчины раскрываются после 40 лет в плане готовки. А женщина к тому времени, конечно, уже надоедает им все дело. Мелкий есть уже порезанный лимон. Вот сколько. Обычно, то есть народ или вот так давит, знаете, просто сдавливает и только прикрывать, чтобы... Я вот засовываю туда вилку, начинаю ее как бы прокручивать и немножко сдавливать. И обидно достаточно, течет сок. Черногории смотрел. Косточки нам не нужны. Модная горчица. Дижонская. Примерно вот столько. Много не надо. Модная горчица. Перемешиваем эти 3 прекрасных ингредиента. Чуть попозже еще добавим один. Наливаем в стаканчик. Ну, на самом деле, не один еще ингредиент, здесь их 5. Модная горчица, лимонный сок, чеснок на мелкой терке. Значит, 4-й ингредиент, это мы добавляем чайную ложку меда.
Пятый ингредиент, один из таких самых важных, это оливковое масло. У меня она спрей, знаете, оливковое масло спрей, Шиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15. 15 – красивое число. Верх покрылся таким, знаете, золотистым загаром, оливковое масло. Я думаю, что если не в пшиках, это, наверное, столовая ложка. Я так думаю. А может быть даже, знаете, 3. Потому что, смотрите, какой сверху цвет. Бомба, пушка, пулемет. Все, теперь только ждем, когда осьминог соблаговолит закончить свою 40-минутную баню. Так, 40 минут прошло. Достаем осьминога и на его место закладываем картошку. По-галисийски есть много разных способов, поверьте мне. Но этот самый технологичный, потому что он для ленивых. Конечно, щипцы бы пригодились бы. Щипцами хорошо. Так, вроде не забыл ничего. Осьминога сюда. А картошку туда. Проверим картошку. Батат уже, батат готовый. Картошка. 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 Картошка, 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 и птицы едят, и рыбы едят, и жабы едят, но немножко картошка, картошка, картошка. Картошка готова? Выключаю. Все. Режу осьминога. Осьминог у меня сейчас на улице стоял. Сколько? 15 минут. Вот смотрите, прям я могу его вот руками разорвать. Чему мы его пугали? Чтобы он стал мягким, чтобы у него его кожура, вот когда не пуганный осьминог, если разрезаешь на такую тоненькую дольку, то кожура сваливается. А так получается, как видите, беленький, красненьким. Но кусочки вообще, конечно, надо резать побольше. Вот такие. Потому что они и жуются хорошо, когда не жилистые. Прям вообще аж легко. Можно десертным ножом резать. Щупальца можно для красоты оставить. Так. Пуганный осьминог, конечно, одно удовольствие. И кушать, и готовить. Кстати, вообще шикарная доска. Обожаю. Ножи такие вообще, то есть непрофессиональные. Да, все равно. Главное, чтобы было вкусно. В ресторанах вот примерно такой же способ. Они картошку кладут вместе со осьминогом и запекают
принципе. Она, говорят, называется под сачем. Сач – это горшок. Ну, в горшке. Накрывают чем-нибудь и в печь. И когда приготавливается картошка, приготавливается осьминог. Но это маленькое количество времени все-таки. Картошка, она готовится минут 15. А осьминог, ну, видите, 40 минут. То есть ему все-таки нужно чуть побольше. Хотя считается, что морепродукты нужно готовить или очень долго, или очень быстро. То есть, знаете, там, минута, полминуты. Знаете, вот такие вот есть. Аж сунет. Сейчас захлебнусь. Так вкусно пахнет. Так, картошка. Сейчас сливаем картошку. У меня здесь металлическая раковина, чтобы трубы не сгорели. Я опускаю холодную воду. Так, ну все. Теперь можно подавать на стол. Вот у нас картошка. Потата-батата. Вот осьминожка. Все, сейчас. Сейчас просто, это уже вопрос сервировки. Берем наш соус, состоящий из 5 ингредиентов. Добавляем осьминога. Перемешиваем. Главное есть это быстро, иначе захлебнешься от слюноотделения. Завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем. Осьминога на ужин врагу отдавать не будем, но особо наедаться тоже не будем. Так. Это на завтра, на утро. Кстати, вот. Они же здесь уже дружны. Подружились. Все, пойдемте принимать пищу. На десерт у нас, или иногда для того, чтобы как силос, знаете, к составу приделали колесики. Карамболь. В принципе, знаете, картошка стоит недорого. Осьминог почти в любом супермаркете мороженое есть. Тоже, как бы, знаете, не как чугунный мост стоит. Там выбираешь иногда мясо или что. Лучшая рыба – это осьминог. То есть на яхте можно спокойно питаться такой, знаете, простой деревенской пищей. Ну да, конечно, выглядит, может быть, немножечко там чудно. Готовится просто. Очень экологично, очень диетично. Ну, такая, знаете, простая яхтенная жизнь. Сейчас слюной захлебнусь. Приятного аппетита!